Вы на канале Ракета ТВ. С вами Даша и Рома. Сегодня мы будем открывать яйца сюрпризами. И даже будем собирать Лего миксеры. Ну что, давайте начнем? Давайте. С чего будем начинать? Миски. Мам, нам ножницы нужны. Мы так просто не откроем. Ножницы нужны? А ну давай попробуем без ножниц. Ты хочешь яйцо сначала открыть? С машинкой, да? Вот такое яйцо с машинкой. Давайте откроем. Мы его уже открывали в прошлых видео. Никак не получается без ножниц. Сейчас я принесу ножницы. Вот Рома открывай. Ой, я уже открыла. Рома, открывай. Открывай там. Супер! Какая красивая машина! Вау, она какая-то инопланетянская, что ли? С прозрачным верхом, да? Стеклянная. Вот эта машинка! Это какой-то Buse Record. Бишу. Как называется? Buse Record. Какая попалась там красивенная машинка? Похоже на инопланетянский корабль с прозрачной голубой крышей. Там все блестит полностью внутри. Полностью прозрачная голубая крыша. От моего колода. Впереди красные фары у нее. Супер. Сюда. Зеленое яйцо сейчас будем открывать, да? Открывай нам яйцо. Ну это вот дави. Ой, ковадай. Это новый. Это новый, да? У нас же был вроде бы уже такой, нет? Ковшика. А ну открывай, Ром, доставай. Давай, посмотрим. Ковадай, ковадай. Ром. Это с ковшика. А ну покажи, как он работает. Little Trencher. Поставь его на стол. Покажи, как он работает. Little Trencher. Вот так вот будет загребать ковшом, да? Это ж ковш. Класс. Какой нам попался экскаватор классный с ковшом. Ковш двигается. Смотри, давай твоего чудика починим. Ух ты, какая машинка у тебя. Little Trencher. Это можно уже убрать, да? Теперь киндер будем. Дети. Это Little Trencher. Давай, я это уберу все. Давай, я тебе помогу. Сейчас мы будем открывать киндер. Тогда просто открывай, ломай. Ломай. Вертушка нам попалась. А две даже. Две вертушки, да. В одном? Давай, Ром, собирай. В одной капсуле? Да, в одной капсуле две вертушки. Как раз вам на двоих. Давай вкладыш развернем, посмотрим, что тут за вкладыш. У меня будут разные. О, как раз Роме одна и тебе одна, да? Да, нам повезло с Ромой. Ром, давай ребятам вкладыш покажем. Соберем сейчас вертушки. Вот такие вертушки в серии. Две вертушки. Ой, в серии, наверное, больше. Вот такие в серии. Много их штук. Мы сейчас соберем и будем вертеть. Ром, не ломай вертушки, пожалуйста. Ну что, получилось у вас собрать? Да. Вот. Рома, ну запусти. Запусти вертушку. Вы делаете? Не запускается? А ну давай я попробую. О, у меня получилось. Смотри, у Даши. Ой, и у Ромы тоже получилось, да? Кстати, мне как раз в точку попали. У меня любимый цвет красный. Это еще к моему цвету. Любящий. Еще один сюрприз надо открывать, да? Конечно, скажи. А куда мы остальные сидим? Рома, открывай яичко. Яичко. Давай, поможешь тебе? Помочь. Даша пусть поможет, да? Яички выбираем. Что же нам... А это уже какое-то животное. Мишки какие-то и собак. Львята, она попалась. Класс! Попался папа львенок. С
Супер! Ром, смотри, какая ухтышка. Папа и сыночек. Я еще травку не собрала. Тут еще травка. Травка. Вот травка. И травка. Травка, 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 травка расти. Так, так, такой прикольный нам попался папа лев с детенышем. Детеныш сможет сидеть у него на спине. Травка там в комплекте была. Травка была. А может детеныш сидеть отдельно и охотиться вместе с папой. Сейчас рассмотрим. Нам попался вот такой лев. Смотри, с малышом. И травка тут еще так собирается. Вот такая серия. Это семья зверей. Вот, смотрите. В нее входят лемуры, обезьянки и львята. Как они прыгают? Подождите. Ром, подожди чуть-чуть. Подожди, пожалуйста. Что там вам попалось? Жабка. Жабка? А что она делает? Это как, наверное, попрыгунчик какой-то, да? Вот, вкладыш держите. Ну, давайте посмотрим вкладыш, а вы пока там разберите. Вот вкладыш, тут показано, что можно с ней играть, как попрыгунчиком. Сейчас будем пробовать. В комплект также входит зайчик, кенгуру, кузнечик и лягушка, которая нам попалась. Где? А где лев? Ну давай попробуем, как жабка прыгает. А как она прыгает? Я не знаю, как она прыгает. А, Ром, дай я попробую. Ну, наверное, как-то так. Не знаю. Давайте. А ну сейчас я еще раз посмотрю, как делать. Ну, попробуй вот так вот, у нас показано. Вот так вот мы ставим. Это сюда. И на вот это нажимать. Как-то. О, получилось. Она еще раз покажи. Вроде бы разобрались. Класс. Пусть скакала жабка, смотри. Скок-скок. Прыг-прыг. Пусть Рома попробует. Давай. А ты пока поиграй со зверятами. Такие прикольные. Классные. А где? Так, у нас вот есть два наборчика Лего. Один вот такой чудик из серии Микселя, ледяной. Его зовут Крок. 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 У него такой большой глаз. А второй пакет с каким-то летающим чудиком, тоже из серии Миксель, зовут его Снуф. Сейчас будем собирать и посмотрим, что получится. Давайте начнем собирать Крога. Инструкция. Давай, ты пока распечатывай пакет, тут пакеты и инструкция. А мы посмотрим инструкцию с ребятами. Ребятам покажем инструкцию. Ну, в принципе, стандартная инструкция. Сейчас соберем, посмотрим, что получится. Thank you.
О, вот это рот. Огромный. Что еще он умеет? Двигать руками. И поворачивать глаз. А еще... Отпал. А еще у него двигаются ножки. Он может стоять вот так. Класс. Вот так. Ой, сейчас, подождите. И даже вот так. Так вот. Как на лыжах, да? Да. Он же все-таки зимний. Вот. У него друг есть еще. Да. Муха какая-то. Муха. Друг муха. Покажи, поставь рядом с ним. Прямая. Это какой-то тоже маленький монстрик. Что там поломалось? Вот. Давай будем. Давайте же соберем второго нашего монстрика, которого зовут Снуф. Вот такая у нас супер муха. Двигается у нее лапы или что это такое? Непонятно. Зубастая. Такой классный чудик. Ледяной крок. У него тут дышки такие. Мама, мама. Ой, одна отпала. Сейчас мы ее починим. Ледяной глаз движется. Сейчас, Ром, я покажу ребятам и тебе отдам. Рот открывается. Вот такой. Давайте соберем Снуфа. Открываем пакет. Разрываем пакет. Вот инструкция нашего Снуфа. Инструкция такая же, как и у Круга. Только Снуф написано. Ну, сейчас соберем, посмотрим, что у нас получится. Вот такой летающий чудик должен получиться. Вроде бы он не летает. Тут вроде бы как он летит. И оставляет за собой льдины. Как его зовут? Снуф. Снуф. Он умеет летать. Спасибо. Ноги у него в виде лыжи. Лыж. Вот эти двигатели помогают ему двигаться в воздухе. Поворачивать направо или налево. Лететь назад или вперед. Зубы у него. Зубы у него есть. Шея у него длинная, как у гуся или у лебедя. А как его зовут? Снуф. Снуф. Папа чур. Рома сам боится. Где Снуф? Рома, Снуф где? Снуф улетел, папа. Покажи Снуфа. Покатайте львенка на Снуфе. Львенок хочет покататься. Давай покатаем львенка, давай. Ну, усаживайся, львенок. Куда можно? На Снуфа. Мы будем тебя катать. Куда? Все, улетели. Уфу, меня там осина подхватила. Иду. Нет, спасибо, Снуф, я на машинке покатаюсь. Глаз у него отпал. Чини. Они ушли домой. Глаз. Глаз. Снуфа, давай. Это мой. Мой. Давай. Снуф.
А у тебя кто, Ром? А у тебя как зовут, Ром? Крок. 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 Привет, Крок. Как у тебя дела? Папа и няня. А ты не упадешь, ты ж вроде бы летать не умеешь. Такие классные чудики. Ром, глаз отлетел. Ну, чини давай скорее, смотри. Он же ничего не видит без глаза. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Смотрите новые ролики. Пока-пока. Пока-пока. Кто ушел? Кто убирает?